Доброго времени суток, друзья! Вы на канале Hardra Saturn 5. Перед нами Samsung Galaxy Tab S8 Plus. И в этом видеоролике мы вам покажем, как на данном устройстве установить динамические обои. То бишь, обои будут сами при каждом выключении экрана меняться. Давайте проверим, работает ли она у меня. Потому что я не уверен, включены ли они. Они у меня, наверное, выключены. Плюс каждые 2 недели у вас устанавливаются новые обои. То бишь, у вас все время обои будут другими. Вы сможете выбрать, какими. Для этого мы зажимаем наш экран где-то. В месте, где нету никаких приложений. И нажимаем обои и стиль. Дальше нажимаем сервиса обоев для экрана блокировки. Ага, это работает только на заблокированном экране. Вот оно что. И выбираем динамический экран блокировки. Дальше нажимаем на шестеренку, и здесь можем установить какие-то обои. К примеру, искусство. Нажимаем загрузить. Дальше у нас скачивается количество изображений. Большое количество изображений. Давайте дождемся, я думаю, загрузка должна произойти довольно-таки быстро. Блокируем наш планшет. И теперь его разблокируем. И у нас вот такие вот обои. Блокируем и разблокируем. И у нас каждый раз меняются обои на нашем планшете. Они, здесь какое-то ограниченное количество обоев, я думаю, ну штук 10, 20, 30, 100, честно, у меня нет информации, сколько, всегда по-разному. Плюс каждые 2 недели у вас устанавливаются совсем другие обои, то есть каждые 2 недели у вас устанавливается новая пачка как бы обоев. Вы можете, кстати, здесь выбрать не только искусство, а еще другие всякие разные варианты. Больше видео о данном девайсе смотрите у нас на канале, подписывайтесь, ставьте лайк и всего хорошего. До свидания. We'll be right back.